это некий эксперимент. Да? Так, согласен. Еще. Возможно, то, чтобы привлечь больше внимания. Больше внимания людей. Да? Угу. Да. Возможно, то и другое. Третье. Зачем-то это было нужно. Это форма. Правда? Вот сердце. Или крест. Или еще что-нибудь. Это в конце концов просто форма. А еще важно. И гораздо важнее, чем форма. Содержание. Правда? Нет, название стиха, то есть можно просто посмотреть и понять, о чем стих будет, да? Форма и содержание, они как-то связаны, да? Вот в чем их связь? Это очень трудный вопрос. Очень трудный. Мы сейчас с вами наверняка не ответим на этот вопрос. Но тем не менее, форма и содержание как-то связаны. Вот это попрошу вас запомнить. Давайте подумаем, как может быть. Да? Возможно, форму, я имею в виду форму, да, как в том числе, как бы является иллюстрацией к самому стиху. То есть форма может быть иллюстрацией к содержанию. Да. Как, скажем, действительно вот здесь у Семёна Полского, да? Стихи о сердце и стихи в форме сердца. Прекрасно. Еще вариант. Например, когда ты читаешь сложно написано, ты читаешь как более растянуто, может, тебе нужно, чтобы стихотворение читалось более длительно, а не быстро. Может быть так. Может быть, форма должна влиять на содержание в плане растянутости стиха или, наоборот, его жарости. Еще. Так или иначе, форма и содержание могут быть связаны. Как? Это уже дело другое. Это дело слушателя. Дело читателя. Трудно ли было вам писать силлабикой, помните? Ну, кому трудно, кому нет. Но тем не менее мы попробовали сделать такой эксперимент. Давайте напишем еще так. Не гневитесь, чтецы, стихами моими. С музой своей говорю, нет дела с иными. Коли кому и смеюсь, ей не с доброй волей, пока сделаю паузу. Для чего? Итак, не гневитесь, чтецы, стихами моими, с музой своей говорю, нет дела с иными. Коли кому и смеюсь, ей не с доброй волей. О чем речь? Давайте подумаем. А поэт объясняется перед своими чтецами его стихов. Чтецами, то есть читателями, правда? Да. Перед нами. Не гневитесь, чтецы. Это что значит? Не гневитесь. То есть не обижайтесь, да? Читатели на мои стихи. Почему? С музой своей говорю. С музой своей говорю. Нет дела с иными. Это как? То есть он не может с другими музыками говорить. Он говорит с одной музыкой. Ему нет нужды говорить с другими какими-то читателями. Правда? В том числе. Вот это тоже позиция поэта. Я говорю со своей музой. Нет мне особого дела до вас. Да? Коли кому и смеюсь, это как? Сейчас так не скажешь, да? Смеюсь кому-то. Коли кому и смеюсь. Она смотрит на тебя и смеюсь. А,
если над кем-то и смеюсь, ей не с доброй воли. Ей не будет хорошо. Ей частица, да? Да. Если над кем-то смеюсь, не по доброй воле. А как? А может быть, ну, под подчинением музыки? Для украсы. Ведь и в щах нет смаку без соли. Нет вкуса без соли? Конечно. И в щах нет вкуса без соли. Значит, соль это что? Это? Этическая соль. Извините, я хотела спросить. А это тоже плоский, да? Это тоже консьер. А, это консьер. Не гневитесь, чтецы, стихами моими. С музой своей говорю, нет дела сыны. Коли кому и смеюсь, ей не с доброй воли, для украсы, ведь и в щах нет смаку без соли. Значит, зачем смеется? Чтобы свои стихи украсить, то есть как бы посолить. Как ни странно, да? Соль. Конечно, это консьер не придумал сам. Соль, как украса сатиры, была и в Древнем Риме. Справедливо. Хорошо ли здесь все с цезурой? А это тоже силабика? Это, конечно, силабика. Ага. Консьер силабика. Зачем я отписывал только первую половину? Потому что после первой половинки проходит цезура, конечно. Не гневитесь, чтецы. Сколько слогов? Семь. С музой своей говорю. Коли кому и смеюсь, для украсы ведь в щах. То есть 7 + 6. Тот же самый 13-сложник. Пусть он нас с вами не смущает. Это нормальный 13-сложник консьлеров. Которым он общался с людьми. Как же это понять? Без соли. Без, ну, соль он добавляет вкусу. Соль добавляет вкус. И что? А щи без соли это не щи. Смех добавляет, ну, тоже. А смех добавляет стихотворение вкус. И автор на всякий случай сплотил стихи свои примечания. В стихотворстве забавные и острые речи. Соль называются. И для того, говорит автор, что смеялся иным для украсы своей сатиры. Или, прямо сказать, смешками посолил ее.
чтобы было вкуснее уму чтущих. Мысль понятна? Угу. Цезуру нашли. Угу. Где она? После каждого седьмого слога. Цезура после каждого седьмого слога. У нас здесь.